Ребята, огромный привет! Всем доброе утро или добрый вечер, кто когда смотрит. Как там ваши розочки каменные? Моя еще цветет. Моя одна из. И вы знаете, я сегодня увидела пожелтение листа. Ну, может быть, это нехватка питания, хотя мы кормимся постоянно, бесконечно. Но вот у нее... Девочки-то я собралась полы мыть. У нее появился новый цветонос. У меня их две. Сейчас вторую покажу. Вот новый цветонос она гонит. И на этом старом цветоносе она уже доращивала. Дали, может, скажи всем привет. И вот она здесь тоже, смотрите, разбудила почку. Обалдеть. Здесь еще... один цветонос обрезанный, но почка ни одна не проснулась. В общем, как-то так. Я думаю, что ей понадобилось питание, и она начала желтеть лист. Я сейчас ее пролила с витаминками. Знаете, сегодня заходила на Facebook и видела, что продают бабочку, каменную розу. Присматривалась, не поняла, чем она лучше, чем стандартный вариант. И главное, что я поняла, что она мне, в принципе, не горит. Ну, если кто-то подарил, конечно, я бы не отказалась. Ну, а специально за ней гоняться не вижу смысла. Вот мне нравятся вот мои розочки в классическом исполнении. Это уже вот этот кончик цветоноса, он... Дорощенные, девчонки. И вот, смотрите, только я подумала обрезать до спящей почки, а она еще не доцвела, и уже она вот, не знаю, может, 3-4 бутончика здесь даст, не знаю. Это вот на номер один, number one. Вот видите, что творится. Но она цветет постоянно, она молодец. Сейчас я ее полила, она в двойном горшке, там все корнями заплетено. Не хочу доставать, тяжелое. И вниз корни там вышли. Двойной горшок, внизу вот такие вот отверстия. Вторая, купленная позже, в АТБ, по-моему, да? Это АТБшная. АТБшная, это сельпошная, это АТБшная. Вот они как-то по осени появляются в продаже. Это у меня в двойном, в таком, значит, это в двойном горшке, а это в закрытой системе. Девочки, слышите звук? Это у меня вот электричество от аккумулятора, инвентор работает, соединено. Вот это нет, сейчас свет дали, но инвентор, холодильник тянет и, в общем, гудит постоянно. Короче говоря, вот вторая АТБшная красавица. АТБшная красавица тоже цвела неплохо, красиво. И я ее пересадила. Она вот корешки растит с удовольствием в закрытую систему. С удовольствием. В принципе, что та по корням не жадная, что это не жадная по корням. Видите? Вот. Корешки идут, растут. Я водичку вот туда, девочки, наливаю вниз. И они пьют. Поднимается водичка наверх. Так вот она тоже. Я взяла эту посмотреть. И у нее тоже цветонос новый. Короче, у меня получается, они... Ну, это чуть-чуть отдохнуло. Она, ну вот, листики пока все в обработке, грязненькие. Но это ничего не желтит. А у этой, я часто заметила, обязательно... Начинается цветение, обязательно какой-то листик она отжелтит. Ну, не знаю, посмотрим, как это будет себя вести. Но этот куст более такой, более мощный. И запас питания больше у этой орхидеи. Ну, я думаю, что вот этот она начнет портить. Она уже его начала. Ну, вот это вот молоденькие листики. Ну, в общем-то, посмотрим на летнее цветение этих двух красавец. В общем, девочки, вот такой вот натюрморт. Кто любит розочки каменные, покупайте. Конечно, если уже есть бабочки, то раскошельтесь на бабочек. Два в одном.
И любимая тебе розочка, и она же бабочка. Она у меня так висит на березке, там, знаете, и растет себе, растет. Но вот это ответвление меня удивило. Еще здесь ничего не скинула. Уже новую почку пробудила. Вот дает. Молодец. Листик, конечно, вот как пару дней назад начал увидать. Но вот что-то ей не хватает. Хоть и поливаешь, говорю, кормишь. Я последний раз давала живое удобрение. До этого я давала им, знаете что, аминостим. А вот я думаю, может, после аминостима они все повыдавали цветоносы. Но там помимо вот этого цитокининового компонента, там же куча витаминок и минералов. Но я аминостимом, он как бы анти... Ну, не то, что антидепрессант. Он адаптоген. И вот в жару или в холод, или после переезда он неплохо себя показывает. Такая вот у нас удочка висит. С тыльной стороны прикольная. Очень хорошая. Мне нравится сорт, вообще замечательный. Ну, она стоит, вот получается, это от окна, а это к окну. И вот она, естественно, пошла к окну. Уже что-то я его и прозевала, этот цветонос. Уже вот здесь вот он уже такой плотный, уже его сильно и не повыгибаешь, чтобы на опору на какую-то намотать. Девочки, вот такие вот розочки. Не знаю, кто боится вот эти вот посадки. Ну, не знаю, корни растут. Нормально растут. Неплохо растут. Тут у меня внизу керамзит, потом слой коковолокна, мох и кора пиния. Кстати, сейчас заказала вот только что буквально на розетке. В розетке, как правильно. Заказала 4 упаковки пинии с кока-чипсами. Ну вот нравится в моих условиях орхидеям вот эта добавка. Нравится. Девочки, сегодня пролила вот эти полочки. Посмотрела, что тут, как там. Что у кого болит. Кто что растит, тоже вот доращивает. Сидит, молчит. Я уже говорю, давай, черебомка, скидывай свое цветение. И давай уже мне листик. Кстати, вон залила я сильно серединку. Надо взять, промокнуть. В общем, цветочков уже немного. Уже остатки роскоши. Ну вот видите, растят новые цветоносы. Так что будем цвести. Вот это вот красота. Я сегодня ее затащила в душ. Это ужас. Я все дитя жду от нее. Она как чумачечая цветет. О, потревожила грибных комариков. Повылетали. Я в душе прям проливом ее хорошенечко пролила. Но нигде я не вижу. Смотрите, какой у нее интересный лепесточек получился. Мутированный такой, некрасивый. Она вот все доращивает, доращивает. Где-то почки будет. Она все цветет и цветет. Я говорю, давай мне деточку. Потому что у нее есть точки роста. И девочки мне писали в комментах, что Аня, вот этот сорт очень часто дает цветоносы с точки роста. И мне кажется, если где-то появится детка, и потом будем мы с этой деткой расти, как бы эта детка тоже такое же не учудила и тоже не дала цветоносы с точки роста. А, сегодня еще обнаружила цветонос на вот этом красавце. Это Formation. Тоже цветет. Смотрю. Здрасте. Я лис жду, а он мне цветонос. Я говорю, ну надо ж массу нарастить. Не знаю, девочки, смотрю, у вас тоже многие орхидеи подавали цветоносы. Вот тут у меня первый раз будет цвести вот это профаровская. Не знаю, кто это. 6156. И, кстати, Хутуюки, видите, я ей обрезала цветоносы. Вот так вот. И она мне выдала... Посмотрите, Хутуюки выдала новый цветонос. Но это такая вот орхидея, такой фаленопсис. Я смотрела видео, у кого уже давно Хутуюки, и они говорят, ну это просто такая цветунья, неугомон. Она постоянно цветет, постоянно, говорит, только это самое, и такой куст большой вырастает елочкой. Говорит, постоянно она только отцвела неделя-две,
тут же новый цветонос. И вот действительно, вот недели две назад, может даже неделю назад, я срезала два этих сухих цветоноса. И что мне понравилось, она засушила их. Они же такие у нее тоненькие. И я срезала все. Так она новый цветонос дает. Я говорю, боже мой, ну и листик растит, конечно. Хочется, чтобы она такой вот прямо елочкой красивой выросла. Девочки, что-то мне вот это свадебное платье доращивает тут какую-то ерунду. Конечно, вот эти дорощенные бутоны. И у нее странно, цветочек, когда уже завял, отсох, он тяжело снимается с веточки. Я, видите, прям ножницами пообрезала. Вот он висит такой некрасивый, уже сухой, прям пергаментный, и не падает. Понимаете, обычно же, когда цветочек уже все, ты до него дотрагиваешься, он падает. А этот нет. Странно. Я вот только у этой орхидеи такое заметила, что ну, не отделяются, с трудом отделяются цветочки. Так, ну у меня шайничка все радует, пахнет. Я утром прохожу, а тут такой аромат стоит. Шайничка молодец, она мне нравится. А так все уже подцветали, все стоят, готовятся к наращиванию. Ну, кто-то уже растит листики, корешки, молодцы. Кто-то вот решил впервые порадовать. Здесь тоже малышня стоит, растит. Ой, провалилась моя красавица. Смотрите, какой цвет интересный. Это белина. Белина. Что я так поставила? Я просто во второй ряд вот сюда наверх поставила, а она упала. В общем, вот такая вот красотень. Красотень. На улице спекотно, жарко. Орхидеям тоже не очень. А, кстати, смотрите, что у меня еще здесь творится. Это знаете кто? Golden Leo. Ну вот это, да, Golden Leo. Смотрите, вот новый цветонос. И на старом две почки. Представляете, какой монстр. Вообще я в шоке, я в шоке. Так, девочки, ставлю на место. В общем, вот такие вот наши дела. Так что розочки решили цвести. Боже, а эти щупальцы... Я все не пересаживаю, потому что думаю, надо же как-то же дождаться дитя. А она вот эти прям щупальцы растит, эти корни, во все уже стороны. Вон, смотрите, и там. Вон. Кстати, вот эту орхидею надо вытащить на свет Божий. Потому что из-за этого ей не хватает света. Она раскидистая. Прям хоть убираю ее отсюда. Но она тут уже привыкла расти и цвести. Я, даже ей-то что ее спрашивать? Это я привыкла, что она здесь стоит. Но уже, конечно, корни пошли в соседние горшки. Я вот это не очень люблю. Ну, извините, издержки содержания эпифитов. Красивые язычки у нее. В общем, вот такие наши дела. Здесь тоже цветение. Формейшн сюда залез, я вам показываю. Вот формейшн долго цветочки держит. Ну, здесь поскромнее тоже. А ну-ка, давайте посмотрим. Ничего там не появилось. Это моя Мадонна. Вот она не цвела. Она не цвела. Мадонна не цвела. Я просто недавно смотрела хвасты. А ну. Да нет. Девчонки показывали такие грозди, а я ж не могу дождаться, каким образом она у меня, эта пилоричная орхидея, распустится. Видите, как она уже корни, уже все на улицу пошли. Говорит, Аня, ты нас не пересаживаешь? Уже просто деформировался весь горшок. А я жду, пока она процветет, я ж хочу видеть, бабочка это или просто пилорик. Написано, а не ту ес, а пилорик. Но мне просто интересно, может мне не понравится, ну что пересаживать? Не знаю. Вот это вот красота. Так, тут мы переехали в новый домик, мы с вами видели. Нормально, потихонечку отсушивает уже цветочки, пускай растит корешки. Здесь мы переехали в новый домик. Вот он после... Ну, он еще когда пересаживали, вот этот цветочек был сухой, как-то среди веточки. Не с этой стороны, да? С краю, а вот как-то вот этот засушил, и вижу, здесь тоже противоположно, ну, рядом отсушивает.
Ну, переехали. Мы переехали в такой горшочек. Там внизу у нас водичка. Ну, я думаю, это куст сильный. Это у нас Микки Опера. Думаю, что с ним все будет отлично. Так. Тут у меня тут какая-то бабочка. Ну, пилорик какой-то. Я не знаю, какой тоже малыш переехал. Фэри Тейл тут у меня стоит. Ну, она уже давно переехала. Ну, вот хоть растет листик. Вот у нее что-то вот с ростовыми процессами не все на отлично. Вот здесь тоже вот эта красивая бабочка. Как она называется? Тоже показала. Она так цвела на два цветочка. Она такая прикольная. Joy Spotted Metallic. А, Joy Spotted. Joy Spotted. Вот вытащила. Теперь на место не ставишь. Она тоже вот недавно отцвела. Вот я цветонос срезала, и вот появился носик цветоноса. Я говорю, ну когда вы будете цвести? На осень? Не знаю, пока вырастят цветоносы. Так, здесь вот тоже хрустальный водопад тянет цветонос. Вот этот у меня спот леопард. Он же у меня процвел с одной стороны вот с этой не бабочкой. И я его вот держу, девочки. Если он даст с другой стороны, мне вот интересно, как он процветет с другой стороны. Не нравится мне его окрас листьев. Брызгаю разными вкусняшками. Такое ощущение, как будто ему что-то не хватает. Не знаю. Посмотрим. Так, вот это у меня переехало недавно, на днях. Бабочка 5017. Сегодня полила. Вчера пересаживала, сегодня полила. Ну, посмотрим, посмотрим, как она адаптируется. В общем, а тут в основном малышня. Малышня. Так. Ну и здесь, кстати, очень жду, ребята, вот эту орхидею цветения. Вот так долго, прям утомительно. Это Аркс Каюлани. Есть принцесса Каюлани, она совершенно другая, а это Аркс Каюлани. Вот она у меня вот здесь бутон растила чуть ли там не полгода, и он засох. Теперь вот новый бутон растит. Она такая должна быть восковая, крупный цветок. Ну, посмотрим. Она какая-то мне показалась очень загадочная. Очень тяжело растет. Так, это моя Виктория. В общем-то, тут тоже пересажена в новый горшочек с водичкой. Тут сидит. Но это крупная орхидея. Любимая орхидея моего мужа. Порадовал меня мини-марк. Появился у него листик. Из середины очередной. Ой, я не могу. Это все уже, помните, как цвела? Потихонечку отсыхает. Вот это вот психушка. Как она называется? Спидфайр. О, вспыльчивость. Психушка. В общем-то, анаконда сидит, молчит. Девочки, по поводу... Вы мне там писали много, спасибо. Насчет вот этого красавца. Помните, какие листья были желтые? Ну, вот они желтые есть. Это Будда Трэжа. Так хочу, чтобы он зацвел. Посмотреть, полюбоваться на его огненно-красные цветы. Он вроде как корни там растит. А он вот такое творит. Я его пролила Максимом один раз. Прям замочила. Вместе с грунтом. 2 миллилитра на литр. Потом, значит, я его 2 раза топазом обработала по листу. От клеща обработала. Ну, не знаю, мне кажется, что верхний лист немножко повеселел. Не знаю, вот здесь как желтизна была, так и осталась. В общем, какой-то ужас. И у многих вот они, видимо, или у них там что-то, какой-то вирус сидит. Я не могу понять, что происходит. Я же его уже вот пересадила. В общем, буду наблюдать. Стоит здесь возле сапфира. Говорю, давайте, дружите. Учись у сапфира, как надо бесконечно свести и бесконечно радовать. Сапфирчик уже на краешках доцветать. Это он все дорастил и доцветает. Ну, это такой товарищ. До этих 2 цветоносов были еще 2. Вот там у меня обрезан. Или один был? Не, один. Один. Тоже цвел, цвел, потом засушил. Я обрезала. Только обрезала, он начал растить эти 2.
Я такая, я говорю, ну это просто богатство, богатство, это просто великолепие, это мелочь, но она такая приятная, воздушная, такая прям, у него такие пластичные цветоносы, вот гнутся во все стороны, их можно, мне кажется, даже как-то закручивать на какие-то опорки. У меня вот так они, ой, смотрите, как они цепляются друг за друга, такие прикольные. Так, сколько у меня градусов? О-о, под 30, жарко, жарко. Вон листик растит. Красавчик. Ну и верхняя полочка еще цветет. Карина вот так вот вращает свои кончики цветоносов. Это ужас. Ну а так все нормально. Лас-Вегас. Ой, девочки. Оратор с меня никакой. Уже пересохло в горле. Так что вот такие вот дела. Вот такая красота у меня растет и радует. Всех обнимаю, всем мирного неба, всем всего самого-самого наилучшего. До встречи в комментариях. Девочки, смотрите, чем я буду сегодня поливать. Таким зеленым снадобьем. Это алоэ вера. У меня 2 недели даже больше валялось кусочек алоэ на дверце холодильника. Я его налила, короче, воды, проблондерила, процедила. Сейчас буду им давать вкусняхи. Вкусняхи, зеленые вкусняхи.